Поп-король отечественной эстрады рассказал о новом рекорде в своем Инстаграм. Король отечественной поп-эстрады Филипп Киркоров в своем аккаунте в Инстаграм выложил фото с кумиром более молодого поколения Егором Кридом и похвастался новым рекордом, который поставила их совместная работа «Цвет настроения черный». Киркоров сообщил, что песня набрала 80 миллионов просмотров. На фото оба исполнителя одеты в черные гамми, как и в клипе, который они сняли вместе. Напомним, что их песня стала новой версией ставшей до этого популярной композиции «Цвет настроения синий», однако она тоже понравилась поклонникам. В комментариях многие фанаты Киркорова отметили, что он выглядит на снимке даже более стильно, чем Крид. Другие также написали, что все, что делает Киркоров, выходит талантливым, поэтому и удивляться тут нечему.